Итак, всем привет. И сегодня у нас Alien Storm на Megadrive, японская версия. Мануал. Аркадный оригинал 90-го года, порт на Mega Drive и Master System 91-м. И домашняя версия сильно отличается от своего аркадного первоисточника тем, что здесь урезана графика, дополнены здесь некоторые уровни, которых не было в аркадном первоисточнике, и в таком вот всем духе, то есть, опять же, неполный аркадный порт. Вот здесь наши персонажи: Гордон, Карла и Скутер, робот. Здесь показаны еще также миссии. Первая миссия, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая. Всего 8 миссий или уровней. Вот, все. Здесь нету никаких дополнительных интро-сцен, как это было в аркадном, опять же, оригинале. Так что вот такая вот обрезанная версия. Ну и дополнены здесь некоторые новые тюны, которых не было в аркадной версии. We'll be right back.
Ладно, спасибо всем за просмотр. До следующего видео. Всем пока.